Делегация Тверской области во главе с губернатором Игорем Рудени продолжает участвовать в работе Петербургского международного экономического форума. 15 июня – первый день в основной программе. Одной из ключевых тем стала сессия «Как будет развиваться российская экономика», в ходе которой обсуждались вопросы структурной трансформации экономики, способы стимулирования инвестиций. В течение дня глава Верхневолжья провел ряд деловых встреч с руководителями компаний-инвесторов. В частности, по итогам одной из таких встреч подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Тверской области и Российским союзом предприятий туристической индустрии. Благодаря совместным усилиям в ближайшие годы эта работа принесет новые результаты, уверен Игорь Руденя. Подписанное соглашение подразумевает реализацию совместных проектов, привлечение дополнительного потока гостей в Тверскую область за счет увеличения присутствия в регионе крупных федеральных туроператоров. Еще одно крупное соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта удалось подписать на форуме. Правительство Верхневолжья и общество с ограниченной ответственностью «Морозов Девелопмент» будут вместе реализовывать один из знаковых проектов для Твери – реновацию территории Морозовского городка. Подписанное соглашение позволит привлечь порядка 10 миллиардов рублей инвестиций.